И всем привет! Вы на канале Север Полюс, и мы продолжаем играть в игру под названием... В игру под названием Orin the Blind Forest, конечно же. Орна Слепой Лес продолжается, а это значит, что Белый Зверь продолжает бежать. Это значит, что путешествие по прекрасному миру, прекрасному лесу продолжается, да. И надо мочить ежей опять будет сейчас. И это ничуть меня не огорчает, вовсе нет, даже наоборот... Я очень сильно, на самом деле, хотел в эту игру вернуться. О, очко! У меня есть очко! Ура! О, увеличивает мощность. Ну, давай, увеличивает мощность. Ну, это хорошо. Вот, я буду себе качать силу, я понял. Я буду боевым зверьком. О, все, открылось. Че это такое? А, это очередные духовные врата или как-то так? А, точно, я сюда могу сейчас пойти исследовать все это дело. И туда, видимо, как-то к... Да, туда пойду сейчас. Прекрасно. Опа. Опа. Сосалка. Ну, точнее, плевалка. Да, плевалка. Это плевалка. Это плевалка. Это не сосалка, конечно. Ай, ай, не-не-не. Ай, 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 ай. Больно, тварь. Ай. Ай, 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 ай. А что мне делать-то с тобой? Ты не умираешь даже. Ай. Ай. Ай, больно в ноге. Ай. Ай, 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 ай. Не трогай меня. У меня осталась одна жизнь. Ладно, нужно подрасчитать тайминг и сделать все так, чтобы... Пройти это место и не умереть. Вперед! Давай, давай! Да блин! Пусти меня! Пусти меня! Вверх, 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 вверх! Да вверх ползи, блин! Ублюдок белобрысый! А как забраться к этой штуке? Она как будто недостижимая вовсе. Вот к этой вот. Ладно, потом определюсь, наверное. Нет, все-таки вот музыка и визуал этой игры, они просто великолепные, правда. Но вот над этим разработчики больше всего чувствуется, запарились. Хотя, впрочем, а что еще в игре есть, кроме... А, ну геймплей еще есть, да? Ну геймплей тут, конечно, может быть среднего качества, да? Я, конечно, не говорю, что он плохой, мне нравится, но... Я имею в виду по сравнению с визуалом, по сравнению с музыкой. Я бы сказал, геймплей тут может быть даже и как-то, ну, так себе. Так, меня начинает раздражать управление. Если честно, да слышь ты! Вперед, вперед, вверх! Нет! Ай, ты ж собака. Как бы мне тебя победить-то так? Хренотень летит. Хренотень прилетела. Ползу вверх. Спасибо. Так, куда мне теперь? Ага, Наверное, схожу в этот закуток, посмотрю, что там. В первую очередь, да? Наверное, это самое интересное там что-то находится. Оп! Наверняка же там что-то да твою... Ой-ой-ой, это что, скиллплей, что ли? Блин, а как это сделать-то? Так, все, ладно, ладно, это возможно, просто я рукожоп. Просто я рукожоп, а так это возможно, просто тыкай пробел, и знай себе, и будешь жить, и будешь спокойно жить. Оп, 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 все, так надо, давай здесь, сохранюсь, да не, о, сохранюсь. Оп, а, да, ай-ай-ай, да твою... Как это, да как это сделать? Оп, оп. Нет! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Это очень жестко. Эта игра прям меня напрягает, если честно. Прям даже сильно как-то напрягает она меня. Для такой доброй игры про зверька, она меня прям начинает злить в некоторых моментах. Можно где-то тут сохраниться, пожалуйста? Можно здесь где-нибудь чекпоинт мне? Мне надо просто. Они нашли меня мрачным, спящим, неподвижным. А кого тебя ты... А, ты дерево это? А, ты ж дерево. Мы рассказали Орю историю его ошибочного стремления. Стремление какого? Какого стремления? А, все, да, я в дереве, все, игра закончилась, да? Или что? Ори, древо духов должно быть, из последних сил тебя спасло. Подойди, выслушай нашу историю, то была ночь церемонии света. Наш свет был ей ненавистен. Кому? Кому? Кому ненавистен? Тьме ненавистен? Чему ненавистен? Ладно, я готов выслушать. Так уж и быть. Я возвал к Ори, но моя дитя не явилась. Нифига там этих Орий, слушай. Так нафиг тебе я, Ория, если тут столько этих Орий сидит? Да что ты мочишь-то? Ну я могу вернуться, я же рядом с тобой, у корней твоих нет. Это что такое? Ты кто? Ты кто такое? Эй, ты кто?
Ты кто? Ты кто? Хитрить сова какая большая! Чё ты такая гигантская-то? Ага. Она выдрала, видимо, какое-то, не знаю, сердце, видимо, ну... И сердце леса или что-то в этом роде, я так понимаю. И да, и сломала его. Куру похитила Сейн, и нам пришел конец. Значит, это какая-то кура, и это какой-то Сень. Я понял. Значит, кура какая-то там нам будет теперь противоречить, мешать, и будет, вернее, главным антагонистом, я не знаю. Какая-то кура. Свет... А, нет, не так, не таким голосом. Свет древа духов коснулся тебя. Он доверил тебе нашу судьбу. Теперь слушай внимательно, ты должен понять. Что такое? Что такое? Я слушаю, я слушаю. Древо духов питало 3 элемента света, а они, в свою очередь, поддерживали гармонию и хранили небель от бед. Ага. Элемент вод на вершине древа Гинза. Так. Элемент ветров в глубине руин форели. Пусть будет форель. Значит, земля, да? Элемент теплоты, вот это внезапность! Вот это внезапность. Я думал, земля, там, огонь, воздух, вода. Но внезапно там этот народ огня развязал войну и все такое. И нет, оказывается, элемент теплоты под магмой горы Хару. Ага. А четвертый, подожди. А, три. Чтобы восстановить Нибель в его прежнем величии, нужно вновь разжечь их свет, пока не поздно. Первый из них мы найдем за паучьей бухтой. На дереве, где раньше текли воды. Окей. А потом родился малыш. Какая тупая шутка, боже, мне за нее стыдно. Задача, найдите древо духов. Окей, договорились, что мне делать? Куда мне идти? А подожди, а это не древо духов? А что такое? А я где? А это не древо духов, вот эта фигня? Может мне как... А ты телепортироваться умеешь как-то, да? Ага. И мне сюда, да? Или как-то так? Блин, я запутался. А это разве не древо духов было? Вот с кем я сейчас говорил. Ой, я куда-то тэпаюсь! Так, а что это? You spin me round, round. А, и теперь я тут-а. Это я понял. Это вот здесь я раньше не мог забраться, да? А теперь могу... Это что за крокозябра каменная? Ори, я узнаю эту статую, мне она уже попадалась. Ага, понятно, хорошо, буду знать. Чё ты так медленно идешь? Ну, статуя и статуя, ну забей хрен, болт. Ху, не будем матюкаться, мы культурные. Они нашли дом. Кто они? Какой дом? Где Ори? Дитя, что любил наш свет. Ух, какой заунывный голос прям. Я помню их много лет назад, когда древо духов было еще ростком. Нару, юная, присматривала за нами, когда могла. А теперь какая-то кура, значит, взяла и стыбзила все. Несправедливо. Норы меж черных корней, ух. Блин, выглядит жутко. Ладно, тем не менее, я все равно тут всех валю на изи, потому что я скилловый вообще в этой игре. Не знаю, требуется ли в этой игре вообще скилл, но я скилловый, я думаю. Ну, как бы, непредвзятое мнение насчет своего умения игры. Ай, ай, тварь! Ай, а как? Ай! А что это? А что это такое? А что это? Ладно, давай что ли... А, это опасное место для создания духовной связи, ну ладно. Ай, ай, сука, ай, ай, ай! Ладно, понял. Не стоит туда лезть. Ты же не будешь сейчас опять говорить про... Ой, да ну тебя в жопу, а? Все, пошли уже. Ой, да не-не-не-не-не-не-не-не-не. Заткнись. Завали хлебало. Ну нет, я что ли зря... Опять слушать эту катсцену, тупорыл. Так, куда это я? Ой, блин, это что тут, паркур что ли от меня хотят такой жесткий? Ай, да как? Так, вот это вот я сейчас начал недопонимать игру слегка. Как это пройти?
Это так сложно, что... Это что, я только что мочил кротов за два выстрела, а теперь мне надо, понимаете ли... Такой скиллплей! Я ж нуб полный. Я скилловый, я думаю. А давай, давай. Ёжик, привет, пока. Совет Древа Духов был нашим даром. Его получила Нару, что была за нас. Ясно, какая-то нора была за них. А, shift, чтобы понять... А чё такое? Не понял. Ага. 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 Ни хрена себе. А я отсюда допрыгну? А я могу теперь карабкаться? Хороший вопрос, блин. Ах ты! Какая великая подлость. Ой, так уйди. Ха, кто тебя просил вообще тут открывать рот? А? Вот и получил по своим заслугам ежица. Это кто? Ты кто? Ай! А как? А как мне тебя? Все, спокойно, 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 спокойно. Ушла! Мерзость. Да не плюйся ты, блин. Некультурно же, ну. Ну некультурно ж, ёперный театр. Не харкайся. Сейчас сказали, что твою мать некультурно это. Блин. Да как? Ты ж... А что ты мне сделаешь? Что ты мне не сделаешь? Ты слабак, ясно тебе? Оп. Ай, ай, ай. Ай, сука! О, неужели я убил эту мразоту? Неужели я ее убил, блин? Неужели я его... Неужели я убил этого паука дурацкого, а? Я не могу, я так рад, я не знаю. Просто, мне кажется, это даже не близко... Это даже близко никакой не босс в этой игре, мне кажется. Но я все равно так рад, что я убил этого паука, как будто... Как будто реально, как будто это финальный босс был какой-то. Блин, да ты же еще ж... Ты же не хватало ж тебя ж, сука! Оп! Ай! Спокойно? Да. Фух, это было жестко. Надеюсь, это последний паук? Надеюсь, да. Так, еще здесь... О, да, усиление! Что, что оно... А, ну вот, так, все. Давай-ка я тогда сделаю вот так, и все. О, да. А, это всего лишь был сосуд, ты серьезно? Я ж хотел сделать так, чтобы, типа, я сохранюсь. Уже после того, как возьму силу со всех... И вот тебе на. И вот тебе на. И вот тебе на просто. Взял, просрал момент. А, ладно, ладно. Я уже привык к этим паукам, я уже натаскался их убивать. Все нормально. Да, ладно, это ежик, это я знаю. А это что? А, это колючка. Это просто колючка. А, эта колючка мне ничего не наносит. Вот это поворот. А нахрена эта колючка нужна тогда? А под... Что? А? Я теряю связь с логикой своей. Что я должен сделать? А что эта штука делает? Она что-то... Что? Ага! Так, спокойно! Ага! 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 Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Не трожь! Спасибо. Ай! Ай! Ай-а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 й! Да что ж ты будешь делать? Что это? Что это, блин? Это что? Что... Ай! Почему-то в этой игре все больше вещей меня начинает убивать с первого удара. И все меньше вещей меня убивает не с первого. Да ты задолбал, слушай. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да? Да? Да ты ж серьезно! Как прыгать выше? Я забыл. Я забыл, как прыгать выше. Ай, 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 ай. Ай, да в смысле? Ладно. Я что-то, может, не понимаю. Я явно что-то не понимаю. Я в этой игре просто так нублю, как просто я ни в какой игре не нублю. Ни хрена не могу сделать, да ты собирайся, блин. Я все. Я тут ноль шансов автопрохождения. А, так, ё-моё. А как так вышло, что да сука? Ладно, 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 ладно. Ай, тварь, санина, ай. О, как? Как это произошло? Так, нельзя просрать свой шанс еще раз. Нет! Фух. Да как это делается? Прыгаю как обычно, но что-то в определенные разы идет не так, а что-то так. Я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Да, я понял. Или нет? Да, я понял. Неужели я понял, как это проходить? Нет, я не понял. Я не понял. Или понял? А, все, 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 наконец-то до меня дошло. Наконец-то до меня дошло. Как прыгать высоко. Наконец-то.
Но не дошло, как прыгать далеко. Понятно. Давай, все, спокойно. Хорошо, прекрасно. Да, да. Вот так вот. Оп. Фу, какой же жесткий тайминг. Блин. Все, так вот. Да, неужели это совершилось? Неужели наконец-то я смог это пройти? Неужели? Опа, 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 какая-то блестючка! Что это? Сосуд умений! Ура! Все, наконец-то я смогу. Давай вот это. Давай вот это. Короче, и теперь я могу на карте что-то видеть, да? О! Что-то вижу. Реально, что-то вижу. Это древо предков, а это что? Оно больше, значит, оно, наверное, предочнее предков древа. Не? Не так работает? Ладно, в принципе, не так страшно, наверное. А что это? А что я активировал? Вот оно что, вот что это было за... Это была дверь, понятно. О, еще одна крокозябра каменная. Дух, будешь что-то говорить, эй? Ну, этот мелкий говнюк. Ты будешь что-то говорить-то? Тыкс. А это что за дичь? Ну, расскажи ты мне про это место. Я не знаю, что здесь происходит. Оря, не парься. Все будет нормально. Мы с тобой два героя в ночи, которые будут спасать город. Или я не знаю, я не особо понял сюжет. Какой-то подъем куда-то. Ну, вот мне, наверное, туда, а не туда, где убивает какая-то плетень огромная. Ой. В смысле? Эй, как это? А как мне там пролезть? Да я ж там не пролезу, меня ж там убьет. Я ж там сдохну. Я ж там умру насмерть, как... Ага! Вот оно чё! Вот оно чё! Понял? А! Ой, давай попробую обмануть систему с этой плитой. Опа! Ха-ха! Сука! Ай! Блин! Чё ж ты такая быстрая-то, а? А! Так это ж невозможно нафиг вообще. Там рычаг. До него еще добраться надо. Так, я вроде бы и допрыгиваю, а вроде бы и нет. Ну как это сделать? Ага, мне кажется, появилась мысль на этот счет. У меня реально появилась мысль. Редкое событие. Ё-моё. Чё же меня с места в карьер-то так со сложностью кидают, я не понимаю. Все, лежи здесь. А ты стой здесь. Оба. И чё это? Опа. Здрасте. Ладненько. Тогда что мне делать? А, я пойду, да? Или что? А, мне это сюда надо было ставить? Давай! Ух! И что теперь? О, что-то ты сломал. Да? Что-то... Все так пошло или нет? Я что-то просто не понял. Или все пошло по одному... Да, вроде все так. Ори, гляди. Хотя наш Святослав в этой мгле, он рассел тьму, что царило в этом месте. Духовная связь готова. Ну, значит, сохранюсь, да? Да. Прекрасно. И кто там, и чё там? Ага. Эки искал Нару, но она не дождалась его прихода. Он был быстр, как ветер, и спешил, как мог. Но в окружении тьмы он заблудился. Понятно. Понятно. Поглотить свет? Ам-ном-ном-ном-ном! Ам-ном-ном-ном-ном! Скоростной режим? Серьезно? Нифига! Понятно, для чего это надо было. Ясно. Фрагмент каменной карты. Ясно. Принести карту в новой области или что-то в этом роде. Да понятно, что ты ее держишь тогда. Все нормально. Все, ну и тогда это вообще неуязвимый получается, да? Где там эта каменная карта-то теперь, блин? А, вот, о, вот это я хочу. Скоростной режим в воздухе, это офигенно. Но это далеко еще. Надо еще две прокачки. Так, ну короче, я поразмыслил и решил, что лучше всего мне сейчас будет прокачать вот это вот. Да, чтобы поглощать больше жизни по-крутому. Чтобы смочь сделать крутые вещи. Что, если я сделаю вот так? Аху-ху-ху, нифига себе, вот эта вещь.
Вот эта вещь, вот это... Да ты живи, ты, блин. Мне же горит жопа от этих вот лазеров дурацких. Мне ничуть не проще стали с этой моей новой способностью. Опа, все. Так, фрагмент карты. Ну, эй, фрагмент карты, я нахрена нес сюда? Я нахрена нес фрагмент карты, я не понял. Я нес фрагмент карты к карте. Ну дай, дайте вставить, я же... Ладно, видимо, не сюда. Видимо, явно не сюда. Как мне туда попасть? Может, мне надо разогнаться и ушататься в стенку? Нет, явно не так это делается. А как это делается? Видимо, пока мне не дано это знать. Единственное, что дано мне знать, это то лишь, что дано. Ну, короче, я флэш. Теперь я флэш, официально. Ай, ай! Флэш не любит воду. Видимо, как-то туда. Ой, блин! Да, так, здесь помню, здесь я получил... О, кстати, а туда я ходил? Вот туда. Опа. Нет, я здесь не был. Неужели я нашел место, где я не был? Это что такое? Что за дичь? Кто это был? Ну, я чувствую, я сюда шел, что ли? Видимо. Туда нельзя, потому что карта не открыта. Но, такой момент. Я принес к карте все, что мог. То есть, ну я принес туда осколок карты, а она почему-то, ну, не хочет. А, нет, это не из-за того, что карта, я понял. Это из-за того, что я добил. Давай. Оп! Да! Очко умений получено, все. А! Что? Что? С каких пор камни-то здесь водятся? Надо бежать. Первый босс-файт с камнем. Ай! Да камень, конечно, как босс офигенно подходит. В первую очередь он как бы, ну, он неодушевленный, его, знаешь, его нельзя как-то умолять о пощаде, потому что он все равно тебя не пощадит, потому что это камень. Да, босс камень, очень жестко, блин, ну давай, ай, все, тихо, аккуратно, затолкни, да, нет, блин, да. Да. Фух. Камень внезапно. Абсолютно внезапно камень возник. Я на пути. Я думаю, этот камень это отличный повод закончить серию. Спасибо, что вы ее посмотрели. Да. Я сохраню сейчас, да. Все. И камень мне больше не помеха. Ту дичь, когда статья как-нибудь потом придумаю. Все. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока, до встречи, до свидания. У меня нет своего прощания.